Интеллектуальная викторина «Своя игра» прошла в молодежном центре «Этаж» станицы Северской. Посвятили ее году семьи, а участниками стали 9 семейных команд. Организаторы, специалисты управления по молодежной политике предложили игрокам проверить эрудицию, ответив на вопросы. Тему и сложность можно было выбрать. Ребусы, пословицы и поговорки. Вопросы по истории района, актуальные в преддверии 100-летнего юбилея муниципалитета. И многое другое. Из какого мультфильма эта птичка? Время пошло. Серая шейка. Серая шейка. Давайте посмотрим ответ. В паузах во время подсчета правильных ответов положительные эмоции игрокам дарил образцовый вокальный ансамбль «Небеса». Для самых юных участников команд устроили специальную развлекательную программу и беспроигрышную лотерею. Каждый из ребят получил свой презент. По итогам интеллектуального соревнования диплом за третье место получила команда «Зеленые» семьи Дорошевских, второе место у семейства «Швайка», и победителями своей игры стала сборная команда «Все свои» семей Гильмановых и Дробиных. Остальные получили дипломы участников и массу положительных эмоций от общения и игры. Я всех поздравляю с победой, с участием. Проигравших нет, а все победители на самом деле. Самое главное, что вы здесь вместе, что вы рядом со своими детьми, что вы, мне кажется, сегодня показали, как вы любите свои семьи, потому что вместе собрались в этом зале. В Северском районе запланировано еще множество мероприятий, посвященных году семьи.